Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике Indie Horror мы начинаем проходить игру Ascension, то есть Возвышение. Я очень давно ждал эту игру, и несмотря на то, что она имеет довольно непритязательный вид, то есть это 2D-хоррор с видом сбоку, игра все равно очень и очень страшная, и очень и очень интересная. Она разрабатывалась довольно долгое, продолжительное время. И вот, наконец, вышла, добрались до нее мои руки. Я думаю, где-то это прохождение будет, ну, серии на 10, не особо больших, потому что это прохождение для второго канала, оно как бы не обязательное. Но, тем не менее, я думаю, нам всем будет интересно. Мы уже давно не брались ни за что эдакое. Последнее, что у нас было, это был хоррор The House. Но, тем не менее, пришла пора, я думаю, потому что хорроров хороших в последнее время мы не видели, не выходит, к сожалению, после Black Snow ничего у нас не было. Ascension — это игра жанра хоррор, с атмосферой и хорошей подачей сюжета. Для лучшего опыта играйте игру в темной комнате в наушниках. Отлично, шеф, я все сделал, давайте приступать. Я надеюсь, вы смотрите это в темной комнате, в наушниках. Когда играете в эту игру, вы не должны играть для того, чтобы выиграть. Наоборот, сфокусируйтесь на том, чтобы полностью погрузиться в игру. Используйте клавиши WASD для перемещения. Спасибо. Так мы и играем. Только так. Так, ну и что у нас тишина? Ската, ты можешь эти просто еще 2 дня. Так, и вот наш главный герой. Мы находимся на какой-то поляне. Графика сделана в стиле пиксель-арт и выглядит довольно приятно. Где-то так на уровне Super Nintendo, наверное, 16-битных консолей. Хорошо, перед нами какой-то дом. Что же нас тут ждет? Так, отлично. Надо приучиваться к управлению. Похоже, кроме клавиш WASD еще что-то есть. Но я думаю, мы сможем. Игра очень неплохо сделана с визуальной точки зрения. Рисовали с любовью. Такие игры в последнее время и дарят вообще приятные ощущения. Так, скоро, говорит, будет уикенд. Ты сможешь расслабиться немного. Может, поспать, прежде чем получится вернуться к работе. Может, Виола тоже поспит. Этот ребенок никак не может отдохнуть. Так, мы оказались в туалете. И мы можем сохранить игру. Эй, посмотри, какой я милашка. Да, Сибилия? Или Сибил, как ее зовут? Интересно, тогда я тоже так хорошо выглядел. Серые волосы. Но теперь, говорит, я вроде как еще более привлекателен. Так, ну хорошо, давайте осматриваться. Открываем с помощью кнопки И. Интересно, мы бегать можем? А, ну да, можем. Так, кухня. Что у нас на кухне? Давайте заглянем. Насколько я знаю, давайте я вам сразу поясню, что происходит. Эта игра происходит после апокалипсиса. Мы находимся в бомбоубежище. Наверху, насколько я знаю, водятся враждебные твари. Так, какие-то записки, похоже. Использую мышку, чтобы взаимодействовать с миром. Объекты, которые подсвечены, могут быть использованы. Откроем микроволновку. Там записка, прочитаем. Эй, Дэвид, твое чили взорвалось в микроволновке, и мне пришлось ее чистить. Пожалуйста, используй крышку с этого момента. Спасибо, Ален. Эй, Ален, как насчет того, чтобы ты оставлял такие агрессивные записки в таких тупых местах, как микроволновка? И говорил о всех проблемах лично мне, Дэвид. Эй, Дэвид, как насчет того, чтобы ты перестал доставать людей и просто чувствовал и от этого чувствовал себя таким крутым засранец? Эй, Ален, как насчет ты вместо того, чтобы тут парить мозги весь день, немножко...
А, как? Хватит, говорит, лаять тут целый день, маленький песик. Да это, говорит, лучше, чем телевизор. Пол, кто-то еще сюда приписал записку. Круто. Пожалуйста, перестаньте оставлять записки в микроволновке. Ее уже никто не может использовать. Фил. Понятно. Нормально. Так, что еще у нас тут есть? Когда я общался с разработчиком этой игры, обещали атмосферу что-то в духе Пенумбры. На это я и надеюсь. Так, пустой шкаф. Возможно, нам в него можно будет прятаться в будущем. Пока что тут ничего особо нет. Хорошо. Бегает он, конечно, не очень быстро. Ну да ладно. Приятный график. Мне нравятся такие игры. Я просто их обожаю. Это, похоже, выносливость у нас над головой. Понятно. Так, что у нас тут? Тут у нас столовка, похоже. В столовке я не вижу ничего. Хотя, вполне возможно, я что-то и проглядел с моей внимательностью. Неудивительно. Ух ты. Маленькая девочка. Виола, Тиканис. Ты в порядке? Это, похоже, без перевода слова. Я в порядке. Я хочу пойти в школу. Виола, нет. Ты слишком больна. Ты мог бы остаться... А, я могла бы остаться дома. Я не оставлю тебя одну. Но ты же работаешь. Мне здесь делать нечего. Нечем заняться. Тебе нужно было привезти с собой свои игрушки. Я просил у тебя. Ты сказал мне, что ты их возьмешь. У меня нет времени для всего. Делать все для тебя, что можно, Падия. У меня своя работа есть. Пожалуйста, не будь такой тяжелой. Ну, типа, не будь таким трудным ребенком. Мой друг спустится сюда вниз, чтобы позаботиться о тебе. Ты можешь поиграть с ней, не? Смотри, она уже идет. Эй, Ати, как дела? Много убила Mockingbirds? Mockingbirds, ненавидя птички. Почему ты все время меня об этом спрашиваешь? Я не убиваю птичек. Однажды ты поймешь это. О, это твоя дочь? Она такая милашка. Привет, дорогуша, я Эмилия. Рада встретить тебя. Виола молчит. Стесняется. Виола, скажи привет. Привет. Мне нужно идти работать, хорошо? Хорошо. Ты можешь идти. Виола. Виола обиделась опять. Да в порядке я. Так, ну хорошо, оставили вместе с девушкой нашу дочь. И что дальше? Тебе нужен ключ. Так, ну туда нам пока не нужно, я так понимаю, нам нужно идти в другую сторону, судя по всему. Интересно, кем же работает наш герой? Используй зеркала, чтобы сохранить игру. Ну, давайте сохраним. Это, я так понимаю. Ну да, мы же уже сохранялись. Это, в принципе, было довольно-таки удобно. Мне нравится, что нельзя сохраниться вот прям каждый раз. Ох, если бы я хоть чуть-чуть мог вздремнуть сейчас, было бы очень классно. Может, ночью у меня не будет кошмаров, а, Цибилия? Может, ночью я не вспомню, что произошло с тобой. Это еще полезно, я так понимаю, с точки зрения сюжета сохраняться. Видите, какие-то воспоминания, флешбеки идут. Так, ну хорошо. Так, и вот лифт. Майлз. Доброе утро, Эти.
Побыстрее нельзя? Доброе утро, Майлз. Как у тебя день? Ой, да не начинай. Я знаю, что ты имеешь в виду. Здесь действительно отстойно внизу. Я уже забыл, как выглядит солнце. Я знаю. Я просто жду выходных. Как твоя дочь? Ты привел ее сегодня, верно? Дети есть дети. Она примерно так же меня утомляет, как работа. Я слышал, я тебя понимаю. Майя тоже только что приехала. Или она поехала в колледж. А, Майя, говорит, только что выехала в колледж. Я не знаю, что делать с свободным временем. Поспи, увидимся, Майлз. Короче говоря, дочь у Майлза уехала в колледж. Подожди, так наверху там не... Ладно, я думал. Ладно, увидимся, пока. Лифт едет? Да. Хорошо. Виола, этот ребенок, почему она такая мнительная? Мне нужно работать, чтобы поддерживать все ее, все ее желания. Дети, верно, Севилья? Если бы ты была тут, ты бы знала, что делать. Минус шестой этаж. Ну хорошо, поехали. Долго поднимаемся. Четвертый. Глубокий бункер, судя по всему, да? Отлично. Это что еще такое? Темнота. В этой игре мы будем бороться с темнотой. Насколько я знаю, фонарик будет нашим верным другом. Я вообще довольно много знаю об этой игре. Кошмар, ничего не видно. Хорошо, приехали. У нас появилось здоровье, значит, мы уже в опасности. Хорошо, что мы делаем? Мы заперты тут, что ли? Тихо. Аварийные огни. Отлично. У нас сбой в питании какой-то. Слева что-то щелкает. Давайте пойдемте проверим, что же это такое. Кама, мне нужно быстро найти назад путь. Ну, я надеюсь, Виола и Эмилия в порядке. Супер. Комната отдыха. Так, там что-то светится, но я не хочу пока знать. Отлично. Слава богу, то, что мне нужно. Нажмите F, чтобы включать фонарик. Тихо. Нажми Tab, чтобы увидеть свой хат. Ты можешь использовать хелфпаки, нажимая кнопку 1. Хелфпаков у нас нет, здоровья. Сэнди, я починил свет в экспорте. Теперь все должно работать отлично. Я потестировал в комнате Breaker Room и запер ее на ночь. Ключи у тебя на столе. Отлично. Так, здоровье. Что-то как-то уже начинает пробирать. Так, ничего нет. Батарейки, интересно, кончаются? Так, отлично. Давайте зайдем в туалет.
и выключим фонарик, потому что батарейки, как видите, садятся в левом верхнем углу. Так, ну что, давайте сохранимся. Что-то странное происходит здесь. У меня очень плохое предчувствие насчет этого. И мы сохранились. На этом давайте закончим такую небольшую серию. Повторюсь, серии по этой игре будут не очень длинными, просто потому что я это делаю сверх нормы уже. Я не успею сделать полноценное продолжительное прохождение. Не обещаю, что серии будут выходить регулярно, но, скорее всего, в день по серии вы увидите. Могу сказать, что мне нравится то, что я вижу, и вот такого мне не хватало уже очень продолжительное время, потому что, несмотря на то, что на канале постоянно есть хорроры, хороших хорроров не было уже очень давно, а здесь что-то пробирает прямо с самого начала. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этой игры. Всего хорошего. Пока-пока-пока.